Шутка вот стрим. После. Картинка есть? Да, я нифига не вижу, нифига. Как слепой кролик. Не. Я просто боюсь сейчас нажать Alt Tab, еще все умрет сразу. А как ты думаешь? Я вижу, что нет картинки. Сейчас, вот сейчас должна была появиться картинка. Блин, она не пускает обратно. Вроде все нормально. Нормально. Только она возвращается к жизни очень долго. Ух ты. Продолжить можно выбрать. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, нет, картинки, что да? Больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только сейчас сделаю картинку. В подземельях метро. Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь доберемся. Захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы оккупационные, так звучит, как будто против фашистов. Картинка есть с чатом, все нормально, ничего не трогай, а то опять перезапускать придется. Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя. Дежавю. Солнце прикольно сделано. Каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизни, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к Москве. Я вот гляжу на железку и могу понять, зачем мне строить на холме? Ух ты! Костёр! Люди! Там люди! Тормозите! Людей не очень похожи. Карина захватчиков. Четверо, дрезина. И что мы с ним будем делать? На пробку бежать? Опс, опять начинается у этого нашего друга Стима проблемы. Артём, ты как, цел? Ёкарный бабай. Ёкарный бабай. Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали. Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше.
Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так. Церковь на воде, действительно, странно. Почему как-то. В англ-переводе говорят «фак», а тут «блин». Дуй туда. Ну, «фак» — это неправильно. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артемом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А чё меня все время кот кидает? Справиться. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день. Может, больше. Понял. Действуй. Тогда я пройду. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Степа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, князь. На тебе разведка близ лежащей территории. Принято. Идиот, прикроешь его с Авроры. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть, сэр. Так, ну, церковь. Судя по компасу. Я как, ненадёжный? Пойдем, пойдем. Все, отставить разговор. Новая модель. Позывной идиот. Шикарно. Инструкции внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артем. Вы там осторожней только. Ладно. Странный блок. Ну-ка, следы есть? Из говна и палок. Не очень-то. Для оружия убирайте там. На регулярную армию. А мне, по-моему, и так есть выбор. Скролл. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. 60 ВПС, ёкарный бабай. Как же так? Служит ему, ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них небось страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы. Я вот думаю, надо синхронизацию, наверное, поставить, а то вижу просто картинка рвется. Мне кажется, так будет. Ааа! Твою здорово, да, блин. Спрыгнул, называется. Да у меня на средних будет тоже 60. Да вряд ли. Я сейчас был в шоке. Я спрыгнул с маленькой высоты и сломал себе ноги. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Так, я сейчас кое-что настройку сделаю. Называется игра. Что за геймпад мне не нужен? Мне не нужно, подожди-ка, игра. Кто? Специальные возможности. Попробуй поставить Word Sync. Да, я хочу это делать. Видео. VSync VCL. Качество ультра. А зачем мне ультра? Размытие высокое. А размытие сделать надо низкое. Так будет круче. Hairworks не нужен. Психика должна быть. Это как-то не очень удобно выбрали. Слишком поздно. Дистилляция пускай будет. Вот это я не люблю. Пускай будет 4. Потому что это много зрет ресурсов, а толку от этого мало. А вы его уж тем более не увидите. Осторожно там. Во. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Слышу. Мы на них, небось, страху навели. Только хотя сейчас может, не падай. Конечно, это рабы их. Да, я понял. Надо аккуратненько подойти к этому вопросу. Спускаемся. Сейчас она съедет, потом я. Здорово. А, ёп! Слышал? Я боюсь, сейчас об пол разобью здесь. Проверишь, что там? Конечно. Гаечный ключ. 8 штук. Радиация. Так, это что такое за хрень такое? Это что такое? Это фонарик? И как он работает?
По какому принципу этот фонарь работает? Я вижу только циферблат. Да, тут нечего проверять, тут все чисто. All clear. Фонарь, конечно, говно. Ух ты будешь улучшать поезд. Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Откуда ты знаешь, что я буду поезд улучшать? Для снайпера место лучше не найти. А, ты это. Идем туда. Рассказываешь будущее. Тут, надеюсь, нет такого, что типа наступил и утонул. Я вангую. Я уже догадался, как ты вангуешь. Так, сохранить игру. Меню паузы. Так, сохранить. Быстрое сохранение, типа. Вот что нужно делать. Артём, заяц! Какой заяц? Ну Азилок. Да. Арт соскучился, да, по России? В буржуйской игре увидеть зилок. Представляешь, какая реакция у этих америкосов сейчас, когда они играют в эту игру? Они же и близко не видели Россию настоящую. Что это заметка такая? Компас не посмотреть надо? Нет. Ага, лодка. Купаться тебе значит. Какая-то химия. Местные, видимо, в основном по реке передвигаются. Тут, наверное, тоже в домике что-то есть. Так. Опа, опа, опа. Что это было? Это мой пистолет. А что мне предлагают? Пистолет пулемет взять? Либо вот так сделать. Хрен понял, короче, ладно. Автомат бросить не, или оставить. Я надеюсь, мне не придется стрелять. Чем больше грязи на вашем оружии, тем хуже его характеристики. У меня, по-моему, чистое оружие, нет? Верстак надо найти. Смотри-ка, звук свиней. Внимание, продажа игры Metro Exodus в Steam прекращена, так как издатель принял решение сделать ее эксклюзивной для другого магазина игр на ПК. Да это новость, знаешь, сколько уже? Она это баян. Ей миллион лет уже от новости. Я сам удивлен, что у меня стимовская версия досталась. У меня в какой-то момент сказали, что я получу игру именно а где эпиков. Ты ее покупал то? В буке. Шоп бука. Так, это рыбку ловить. Там мне вначале сказали, у меня будет эпик версия, а потом говорят, нет, ты знаешь, у тебя все-таки будет стимовская версия. Раз ты предзаказ сделал так рано. Те, кто сделал предзаказ до 28 числа, они получат стимовскую версию. Кто после, получит эпиковскую. И мне обратно, короче, вернули. Steam-версию. Вот так вот. Да тут проблемы были с запуском. Я пришел с работы, короче, потестить, что там произошло. У меня она не запускалась. Экзешного файла не было. Пришлось удалить игру, заново скачать. Такие вот трабы были. Так. А как передвигаться здесь? Я так и ни хрена не понял. Там какая-то хрень. По воде шли можно ходить? Мне сказали. Надо быстро сохраняться. Хёпперс это я. На свою голову я, кажется, вызвал
Метро, Исход. Коллекционное издание «Бойца Спарта». Стоит 17 тысяч. Ха! Я плавать умею! Не знаю, как я вылез из воды, короче. Что-то мне подсказало, что лучше бы я этого не делал. Болото, блин. Болото, твою за ногу. Где я? Где я? Кто я? Как я вообще здесь передвигаюсь? Сейчас опять, наверное, хлебаюсь воды, да? Похоже, тебя заметили. Да кто меня мог заметить-то? Смотри, на колокольне женщина какая-то тряпкой машет. Проверь. Сейчас я и тряпкой сейчас такой. Вижу народ. Но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Да, только как пройти-то? Смотри, какая здесь вода. Одна топь. Твою за ногу, где же? Вот, наверное. Блин, я не знаю, как пройти к ней. Она же тебе сказала, что там есть лодка. Где лодка? Я не вижу. Ой, там кто-то есть, что ли? Или что-то такое? Загляну что внутри. В начале пути. Так, патроны возьму. Патроны нам нужны. Я вот, видишь, не обратил внимания, что там посмотри, есть лодка. Посмотри, лодка, значит, ты не будешь купаться. Чтобы не купаться, нужно вернуться к лодке. Чтобы вернуться к лодке, надо искупаться. Диалоги надо читать. Ну, блин, извините. Так, кажется, отсюда я пришел. Ах, твою за ногу. Давай, 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 парень, запрыгивай. Фокси ну, тебе написал, что надо читать и слушать все диалоги. Я понял, ты будешь строить день до посинения. Так. Ищем лодку, которой здесь нету. Здесь я был? Был. Как раз вот где-то здесь должна быть лодочка. А вот она, собственно, стоит, ждет, наверное. Я пошел изучать. Артем, ну да. Я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Конечно. Как устроюсь, вызову. Удачи. Ну, так лучше гораздо. Кто ж собрался там по старинке. Отстреливаться как? Ты странно плывешь. Почему странно? Так, вот это, наверное, место. Я могу... А, мне сюда не надо. Я там был пешком. Шкадралом туда доплыл. Вроде как садятся и смотрят назад лодки. Ну... Если ты про это игра такая, все наоборот. Ты же помнишь начало игры? Меня несли вперед ногами. А ты как на байдарке? Так, F8 надо нажать. Лол, точно. Да что ж такое-то? Мне сказали, что F8 можно фотографироваться. Святой отец Силантий как раз начал. Заходи в храм.
Да как тут зайдешь, то у вас плавать можно только. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не сложно пугать. Ну, добро пожаловать. Ой, на приход успел. Так, я приплыл, по-моему, нет? Это что за хрень? Ловушка? Сюда, наверх! Спокойно, братья, спокойно! А как мне убрать оружие-то? Постать! Никуда не деться ему! Скоро здесь будут наши воины-подвижники! Скорее! Да-да, бегу, только я тебя не вижу. Вот, давай уберем оружие. Правда, боже, я уже и не надеялась. Да оружие убери, говорю. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силанти выявились. Он их как издешних окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит, уходи к лодке. Да, ухожу уже, пусть да. Поможем, не переживай. Уходи. Зачем сюда плыл тогда? Мама. Так, а рация, это что такое? Надо рацию вызвать, что ли? Сейчас я тебя из-за него вырублю. Ух ты, какой автоматик. Р разобрать, что ли? Вы нашли модификацию для оружия. Воспользуйтесь рюкзаком, чтобы установить ее. Каким рюкзаком? О чем вы? Зачем я в окно вылезал? А, дело говорит. Значит, я вылез в окошко. Да никто же не ищет меня. Нет, нет нигде. Лучше ищите. Тут он, дети мои. Мне надо к лодке. Меня заметил, нет? Ой, меня ищет. Надо записаться. Как ты меня увидел, чел? Они сюда светят? Не убивай меня. Чего они творят-то?
Давай по лестнице спускайся, я тебя сейчас приму. Чего тут бояться? Подумаешь, не летит. Видит меня? Да подожди ты стрелять. Вот так вот, будет с каждым. Я понял, здесь выключить свет не получится. На самом деле в жизни так не бывает. Что-то выглядываешь, нет? Ну да, прячусь. Почему они сразу мне дали прозвище Еретик? Так, это я здесь был. Это получается, здесь можно было зайти со всех сторон к ним в гости. Ясно. Ну, подонок, готовься! Сейчас ты у нас будешь молиться! Лестница! Запрятайся! Сука! Бегу, 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 бегу! Вижу. Полили меня. Кое-чего они не учли. Я могу и здесь пройти. Все, иду. Сколько этой погони еретической там прятано? Что-то внизу есть, кажется. Так, здесь надо что-то разобрать. Сдаюсь? А где ты сдаешься-то, чувак? Что-то я не вижу, как тебе залезть. Да. Хорошо, хорошо, иду к тебе. Тоже куда-то можно залезть, что ли? Мне эта игра чем-то напоминает Вольфштейн. Примерно то же самое там было. Пойму, они что, сколько сдаются их? Сдаешься! Точно сдаешься? Ну, что-то не совсем понял, зачем он сдается? Ну ладно. Оружие давай. Все, бить его не будем. Да, источников света здесь полно. Да, сортир в храме. Ключа нету. У кого ключ?
Джипуджкай БФП, Бавкэнс Бинейбим. Что? Обитель. Не понял, короче, ладно. Какой-то обитель. Они так долго их разжигали, а ты их тушишь. Слышал же, что они говорили на проповеди. Куда я захожу? В магазин, что ли? Что ж это такое дело? Ой, плохо мне. Ой, батюшки. Понятно. За грехи нам это наше. Блин, темно, и ты у кого ключ? А здесь что у нас? Лодка. Блин, я боюсь ее так снимать. Сейчас чуть не упал в воду. О, можно было срезать. Мы получаем халявную баночку. Это из этого флаута тема. Сдаетесь? Давайся. Пушку давай. Где пушка? Куда она делась? Кто-то ее положил. Мне казалось, где что-то есть. Эй, про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Правда? Меня научишь? Я стал бы учеником. Я бы прилежно... Ах ты, антихрист. Че тебе по голове дам? Сейчас. Рыба, доставляющая души праведников в чертоги хлебные... Что у него здесь есть? Научи. Куда уходишь? Я буду тебя учить. Из-за таких, как ты, проблема вечная. Так, это у нас куда-то лестница вниз. Чё я ищу, собственно, я уже что-то уже потерял смысл, короче, что-то. Че ищу? Вроде мы искали церковь, какой-то раз им хотели использовать. Вроде бы на месте. Опс. А там что? Тут я был везде. Где же ключ-то взять, не могу понять. Да хватит уже ползать, иди по сюжету. Да я не понял, где сюжет начинается здесь. Я бы с удовольствием пошел по сюжету, если бы я знал, что нужно сделать здесь. Чем мы хотели здесь посмотреть, я так и не помню уже. Я уже потерял момент. Потому что так просто по сюжету не уйдешь. Вот мы хотели залезть в церковь, и чё мы залезли в церковь? Чё-то надо делать здесь. Видишь, дверь закрыта, а там кто-то есть внутри. Они чё-то ноют. Так, а здесь уже всё. Ну, что-то про лодку говорили, что ли? А где есть лодка, может быть?
интересно, меню есть подсказки? Ну, типа там пропустил момент сюжетный. Это где-то вон там впереди. Родит, напомни, куда идти дальше-то? Что они все сдались? А дальше что-то я не въезжаю, короче. То есть я вижу лодку, но я боюсь прыгать на нее. А, понял. Надо было эту штуку покрутить. Все ясно. Гребем отсюда. Ну, собственно, по-другому действительно мы не могли. Ну-ка. Осталось чуть-чуть доплыть. Опа, опять жуки эти. Давай греби, что есть силы. Ты как, цел? Молодчина, а то я уже волноваться начала. Ты там такой шум поднял? Ладно. Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Мне кажется, там сюжетка какая-то была, надо было выпустить их. Сейчас будет проще доплыть. Этих людей. Сейчас, секунду, гляну, что у нас там на Твиче происходит. Че опять так? Угу. Ну да, что-то случилось у них опять.